Строевая подготовка, сборка-разборка автомата, преодоление препятствий. Ученики казачьего класса 5-й школы разбились на 6 команд по 5 человек. Есть задания на индивидуальное мастерство, а есть те, что выполнить можно только сообща. Здесь нужно запомнить, а потом назвать как можно большее число предметов. Память помогает в том числе лучше ориентироваться на местности. Наставники, юные разведчики, скауты. Сегодня это всероссийская организация. И самое главное, это, конечно, передать им возможность самим управлять, быть самими, так сказать, руководителями, организаторами, брать на себя инициативу. Тимофей в скаутах с первого класса больше 5 лет. Больше всего ему нравится практическая часть – вязать узлы, ходить в походы, ставить палатку, разводить костер. Мне кажется, он, во-первых, вырастет самостоятельным, сильным, сможет брать ситуацию под контроль, то есть нам обучают. Также он будет подготовлен строевой. То есть, если он пойдет в армию, он уже сможет маршировать. Дарья уже не в первый раз принимает участие в такой эстафете. Для нее это опыт, часть из которого может пригодиться и в обычной гражданской жизни. Я теперь лучше стреляю, лазию, научилась работать в команде. Мне очень нравится. Я буду продолжать. Наставники скаутов не исключают, что кто-то из казачат или юных казаков решит пойти в юные разведчики. Одно другому никак не противоречит. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.